Курск Сити. 20 лет работаем для вас. В честь своего юбилея, а нам, напомним, исполнилось 20 лет, информагентство Курск Сити подарило крутые крупные подарки своим любимым читателям. Условия розыгрыша призов огласили еще в середине февраля. В конце марта удалось определить всех победителей. К сожалению, из-за введенного в регионе режима повышенной готовности нам не удалось собрать всех победителей. Торжественная церемония награждения прошла сегодня. Не в помещении, чтобы не нарушать санитарно-эпидемиологические нормы. Подарки передавали нашим читателям на свежем воздухе. Обладателями взрослых абонементов фитнес-клуб «Три океана» стали Катерина Надейна и Мария Катюкова. Также годовые карты «Но для детей» фитнес-клуб «Три океана» получили Татьяна Уварова и Вероника Белоус. Сертификат на ужин в хинкальную «Старик Хинкалыч» на 1500 рублей получила Екатерина Дроздова. Торт от сети «Пекарен Добропек» достался Жанне Супряга. Сертификат на 3000 рублей на проведение мероприятия от праздник «Курск» аниматоров «Курске шоу» получила Надежда Кузина. Сертификат на 1000 рублей на игровые аттракционы в «Джунгли Тир» в Централ Парке достался Татьяне Татариновой. Выиграла годовой сертификат в «Три океана». Очень им этому рада. Благодарю «Курск Сити». Спасибо всем организаторам, спасибо всем спонсорам. Ну а тем, кто не выиграл, всем удачи. Спасибо большое за выигрыш. Очень приятно и неожиданно. Будем дальше участвовать в ваших конкурсах. Спасибо большое за такой чудесный подарок. Очень неожиданно. Спасибо «Курск-Сити». Спасибо «Курск-Сити». Спасибо «Три океана». Будем пользоваться. Спасибо «Старик Хинкалич» и «Курск-Сити». «Курск-Сити». 20 лет работаем для вас.